Ничего не делал. Ничего не делал. А, может, чуть-чуть ближе вот еще. Ну, тут был кловен и ласты. Вот был бы такой ласты, был бы хороший кловен, был бы, типа... Я в ласта почти не верю, если что. Может, просто громче стал говорить? Да нет. Как обычно, вроде как. Лохасты, кстати, еще не дал. Да мне, мне вообще почти никто не дал. Именно нормально никто не дал. Там как надо. Лохасты был такой себе, волчар тоже был такой себе. Летающий тоже был далеко не топ. Не дал вообще, я бы даже сказал. Либо забэкапил. Первый только дал, и указ на второй босс. Там гремит на улице, я хотел с детьми. Да блядь, что за бред? Вчера была погода какая-то, хотел с детьми до мультика, блядь. Вроде. Так, теперь стейдж вообще нельзя фейлить. Нужно хорошо делать стейдж, и тогда босс всегда дает. Пришел в ноль. Глобал таймер получается. А клоуна, кстати, в основном я нафейлил. Если бы я сразу пошел бы с капли, но я забэкапил потом за счет капли, а потом он начал спавниться, как уёбок. Я попытался сделать, ну, блин, наказал мне, не надо было. Жабы другие, это не хорошо. Вау! Да вау, да перестаньте, блин! Сано, не бухну, сано, как-то пойду. Главное, чтобы меня сейчас не задели с этим. Это на голову упасть сейчас. Ого. На секунду где-то хотел, полторы пусть вниз. Это не страшно. Главное сейчас боссы. Ну, блин, все на боссах в основном завязано. Больше всего и на шестом стоит. Ой, уже нормально. Сейчас у касты, блин, зависит от того, как она получится.
Две секунды потерял, ничего страшного. Ну как, страшно, потому что, блин, одна маленькая штука. Пойдет. Долговато. Только нашел пыль, да решил просто добить. У меня блокастый был, пошлый, аз очень плохой. Блять, забыл мышь. Жесть. Это будет нонсенс, то ему с ни на чем по факту. Секунды две? Да. Секунду. Ладно. А не критично. Может, блохастенький даст. Слева лучше просто так. Не забывай мешать, блин. Вон, блин, больше я даже фейлил, мне кажется. Просто решил попробовать, как я учил, там сделался уже. Был быстрее, в итоге наказан был, мне кажется. Вот такой, блин. Кто не пробует, тот не делает правильно. Поздравляю с покупкой, все дела там. Вот,
Жесть, опять он был высоко, блин. Это так страшно выглядит. И тут двое, блин, да почему? Дом, что ли, может? Кто-то играет там. Кажется, я мог его уже без капли убить. Но если бы он ушел бы наверх, то я бы его добил и ждал бы еще один. В идеале был бы на втором юзать, но если я на втором юзаю, он что-то чаще клона выпускает всего. О, нихера себе. Его. Погнали. Погнали. Это он. Опять надежда на клоуна, но... Но это жесть пока. Помимо него еще вас может затролить, причем нехило так точно. И Last Stage, типа и Last Boss, я не думаю. То есть подушка чуть не затролила снова. Паскуда, блядь! Она просто не умела, блин, эта подушка. Thank you.
Ак, что ли? Фух, окей. О, голд. Это красиво. Ну, шанс. Надеюсь, я сейчас не упаду, хотеньки. Нет, ничего не слышно. Мандаж, пиздос, почему? Только подъем. Глаз босс. Галас босс. Один из них может убить. Не его помогут. Надеюсь, какой-то не произойдет. Вау! А жесть. Опасный клайп. Да-да, опасный. Но я улучшаю, ибо посмотрел. Пойдет. Last boss. О, но сейчас справа поедет. А не. Уже плохо. Куда? Иди сюда, паскуда. Все, я с этой игрой все, ну нахер, все, да хватит. Плохой Молодец. Босс, ну. Жи-жи. Там 19 будет, Жи-жи. Да? Давай. Жесть, фу, блядь, ну и вон нахер. Тут... Стоило пару ранов бегу не отвлекать. Браво, ель, маэстро. ГГ. Плохой лаз, я на нем 6 секунд потерял. Жесть. Тупо жесть. Сап 19, ну, выполнил цель. Спасибо. Там 19.07 был, мы выполнили. Много. Да пофиг на 6 секунд, да пусть гейнит себе. Там можно еще, я говорю, тут можно и саб 18.50 сделать плюс-минус при хорошем раскладе. Но у меня и уровни были хорошие. Так, давайте анализ. Топовый первый практически. Лошара, да, лошара может, если захочет. Вот тут была ошибка. Баба такая себе концовку зафейлил. И один это автоскор... Оля, блин, я зафакапил на автоскор... Оля, почти до секунды. Секунду, да? Алтаип, потому что у меня там еще там сейф был.
Да, молодец. Спасибо большое, Ника Сэмпай. Так, и два. Босс отличный. 4-1 по голдам. Босс такой себе. Есть таймсейв. 5-1 это дефолт. Их отличный босс. 6-1 с маленькой ошибкой. 6-2 с двумя ошибками. Шестой босс голдовый. Это клоун. 7-1 обдали себя, не побоялся, сделал вообще молодец. Даже я даже сам себя зауважал после такого, не побоялся, потому что я такое не особо делал. Первый ас, кстати, не сделал и сделал голду. Так что тут нормально, и лаз босс говна. Все отлично, можно допать. Остался Томми Дже и квестики. Может быть, сегодня даже Томми Дже смогу добить за ДС, только быстренько. Так, пока тут идет это все, я пойду сейчас с собакой погуляю. Все, это конец? А, да, все, конец. О май гад! Блин, 3 дня заняло, да? На третий день сделал жесть. Тупо жесть. Не, ну я доволен. В принципе, я не думал, что и собаки. Все боссы дали, кстати. Можно сказать, в каком-то смысле. Еще могут быть лучше некоторые, но по факту все дали. Так, ну надо сешку подумать, пойти собачку погулять. Да, спасибо всем за души. Немного пострадали. Ребята даже на ютубе поддержали, хотя с ютуба ребята не особо любят спидраны. Видишь, как игра зашла. Всем зашла, и мне зашла, и вам зашла, всем зашла. Отличная игра, так что я буду надеяться, что люди ворвутся. Будет интереснее играть. Она прикольная. Хайденгем. Да, так, ну все. Спасибо за вас. Все, я не знаю, запускаем Томми Дже, идем ДС, покажу вам два новых клипа. Симпатичная. Интересно было наблюдать, как ты тренил ее. Одна из любимых на снизке. Красиво затащил. Да, посмотрю. А как там? Боди. Так, хорошо. 19.07. Топ 2, 19.1. Именно на суперфомике много скрытых гимов. Ваша Ант и Нили. А кто там в моде? Блокт Энс. Их даже нет.